Решила попить чаю и заодно хочу показать свой маникюр, какой он у меня, потому что завтра от него ничего не останется. Ну, вот, заодно и сам чай, какой покупаем. Покупаем, какой есть. Не такой, какой хочется, а какой есть. Вот он, мой маникюр. Сейчас в другой. Вот это вот из Trady Joy's. Ну, раз другого нет, приходится этот пить. Так, это вот тоже чай с Trady Joy's. Это, наверное, из Albertsons в капсулах. Этот из какого-то другого магазина, не помню. Ну, вот такие вот всякие чаи. Нельзя говорить чаи. Чай. Но он, когда болеешь, только тогда его можно пить. А так невозможно пить его. Ну, пока.